Чего ты заходила? Чего? У нас тут ребенок из гнезда выпал. Птенец. Чего такое? Че нужно? Что ты меня лобиком своим? Заяц. Топтун. Все, подминула. У меня тут человек самостоятельный возвращается с прогулки. Завели и бросили. Моя маленькая. Да. Самый самостоятельный человек. Да. Моя маленькая. Да. Моя девочка. Да. Самая самостоятельная собака у мамы. Вот. Вот как хорошо. Завели дверь, закрыли за ней. Рыбочка моя. Рыбонька. Мамина рыбонька. Мамина. Мамина, да. Мамина, доченька, да. Да. Устал. Лишь отдыхай. Да. Устал. Устала, мамина. Устал. Да. Вот так устал. Да, молодец. Умничка. Теперь отдыхай. Лишь отдыхай. Мамина. Если коняет, бегает, голубеешь. Сидят. Я здесь наблюдала, как два миловались, вот так на ветках сидели и головушками друг от друга терлись. Это так было красиво. Засмотришься просто. Они ее прям дразнят, дразнят ее. Хейтеры Люськины. Ты разорвала бы всех на части. Что такое? Что случилось, мир? Завалились. Мамина. Мамина. Да. Довольная собака мамина. Будь здоров. Девонька моя, будь здоров. У нас тут какое-то единение душ. Это какая-то любовка присутствует. Да? И вот с Мирушкой какая-то происходит неземная любовка. Да, девочка. Да. Моя маленькая. Самая большая, но такая маленькая. Всех побольше будет. Да. Самая большая собака выросла. Да? Да. Самая большая. Такая какая-то получилась, да? Такой лежит. Он какой босой собака у меня. Да, моя босой собака. Да, вот такой. Всех поцелую. Да? Глазочки красные. Классика жанра. Кончик и пылесос.
Ну, зараза. Чернуль. Что происходит, Чернуль? Ну нафиг. Сплю я. Немножко застряли. Чуть-чуть. Застряли и не можем выйти. Еще Мира на него рычит. А он застрял. Он не может выйти. Он попал. Что делать, не знает. Он попал в западню. Спасите, помогите. Там табуретка, тут Мира. Там ножка стала. Что делать? Все, совсем застрял. Иду. Иду. Красавец. Тут яблоко недоеденное. Она ела со мной яблоко и не доела. Несколько кусочков съела. Так, там под табуретку попали. Что делать? Ну, ложиться. Остается одно — ложиться. Потому что это непроходимый путь. Так, ну, сообразим, нет. Как мамашка и ушная, малынькая. Она также застревала под этой табуреткой. Ну что? Что делать? Молодец. Мы такие культурные. Купили кофе себе. А у меня по карте... Да, у меня по карте скидка произошла. Сколько нам вышло кофе? Ну, не знаю. Скидка, короче, 45 рублей. $188 Что это? Нет, да. Синий кофе. Красоте. Весь стол кругом пошел. У нас золотой. А у нас не красота. Нет, мы заложим. Красота. Помните, мы мама ее показывали? Красавчик. А толстая-то какая, это вообще. Это он. А, это парень. Мальчик. Собака. А тогда девочка была. Собака. А тогда девочка была. Да. А это мальчишка. Господи. Ты господи. Офигеть. Офигеть. Он электрический прям. Он прям ласкается. Угу. Он такой толстый, он, наверное, стерилизованный. Ой. Ой, какой это. Он такой гладкий. Это вообще. Вот намытый. Угу. Это вот здесь, здешний. Капец. Это свинище. Красавчик. Парень. А, парень. Что, он теперь не уйдет отсюда? Парень. Ну это вообще...